дня подряд я сижу рисую. Раз много у меня, выбираю любую. Я раскрашу целый свет, самый свой любимый цвет. Явился к нам домой очень взрослый дядя, покачал он головой, на рисунок глядя, и сказал мне: ерунда, не бывает никогда. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевым ребятам. Только мне в этот миг солнце заблестело и раскрасило весь мир так, как я хотела. Дядя посмотрел вокруг и тогда увидел вдруг оранжевое небо, оранжевое.